Экс-депутат Мажилиса, Нижней палаты парламента Казахстана Нуржан Альтаев подал документы в Центральную избирательную комиссию страны в качестве кандидата на президентских выборах от Республиканского общественного объединения «МУКЛМС». В Центризбиркоме также отметили, что 7 октября в ЦИК поступило заявление отряда руководителей филиалов РОО «МУКЛМС» о том, что протокол заседания высшего органа объединения о выдвижении Альтаева был сфальсифицирован. В настоящее время по данному факту компетентными органами проводится проверка, говорится в сообщении. Возможный соперник действующего президента Касым Жомарта Токаева Нуржан Альтаев был депутатом Мажилиса, в 2017-2018 годах занимал должность вице-министра сельского хозяйства, в 2018-2019 годах был вице-министром труда и социальной защиты населения. В 2020 году он был исключен из партии «Нур Отан» из-за дискредитирующих партию заявлений, в том числе о намерении создать свою политсилу.